Более 150 бойцов стали участниками открытых чемпионата и первенства области по универсальному бою. Свои регионы представляли спортсмены «Орла», Липецка, Курска и Москвы. В ринге разрешено практически все, как в стойке, так и в партере. Это смесь всех единоборств, которые, традиционных единоборств. Это бокс, кикбоксинг, дзюдо, самбо, любой вид борьбы. Очень разнообразная разрешенная ударная техника, практически все разрешено в борцовской технике. Ну и самый универсальный бой представляет собой двоеборье. Однако встреча бойцов в ринге – это лишь вторая часть универсального боя. Первая – это полоса препятствий. После чего время дается только одеть экипировку и сразу в бой. Тренер готовил, мы метали ножи, стреляли, бегали полосу тоже. Вот, все делали. Много спаррингов, физо было. Не только одними из организаторов соревнований, но и участниками стали спортсмены Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Универсальный бой для их спецподразделения – это базовая составляющая. Любые единоборства – это основа подготовки бойца спецподразделения. Вот. А универсальный бой, как бы даже из этимологии этого слова, универсальный, да, то есть представляет собой хорошую подготовку для выполнения специфических задач. Это хрупкая с виду спортсменка из Липецка. Всего год в этом виде спорта, но база рукопашного боя за этот короткий срок позволила ей стать чемпионкой мира. Мы стараемся наших детей тренировать, развивать, то есть все навыки, чтобы они могли после полосы спокойно выстоять. После прохождения в ринг выйти очень-очень сложно. То есть еще отбиться, одеть экипировку, соответственно, понимаете, да? И выстоять два раунда, не то что выстоять, их надо выиграть. В результате упорнейшей борьбы у взрослых с минимальным отрывом сильнейшими стало спецподразделение УФСИН «Ягуар», а в первенстве золото у «Атланта» и ливенских бойцов-универсалов. Андрей Жиляев и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».